Всем привет, дамы и господа! Мы играем в игру под названием «Симулятор хирурга», по-английски «Surgeon Simulator». Я не нашел, как там в настройках поменять руку с левой на правую, не знаю, будем играть левшой. Сейчас я выберу новый какой-то тут режим, значит, открытие тайны сюжета. Вот это я сейчас выполняю, я в прошлый раз прошел, честно говоря, обучение. Сейчас мы пройдем уже сюжетку «Разбитое сердце» называется, какой-то медвежонок нарисованный. Так, сердце Боба отдает концы. Нужно вскрыть грудную клетку и ставить новое. Молотки, готовьтесь. Итак, не пройдено. Буква А, какая-то перчатка, кастрюля. За 10 минут вылечить пациента, потеряйте меньше крови. Попробуем. Это бонусы, которые, видимо, мне дадут за это дело. Так, он там что-то сверху пишет. Сюжетный режим, разбитое сердце. Так, пойдемте. Если кто-то знает, как поменять руку на слева и на правую, то вы можете мне написать, в принципе, об этом в комментариях, потому что я полазил по настройкам и ничего не нашел. Фух, меня капсулу запихнули. Почитаем какие-то подсказки, может быть, нет? Ничего тут не пишут. Ух, я машу. Тут можно играть в корпоративе. Или как это? Короче, мультиплеер тут есть. Можно играть вместе с кем-нибудь. Видите, там несколько человек было. Разбитое сердце. Бедное сердце Боба скоро отключится. Но унывать рано. Биорепликаторное устройство произвело орган на замену. Биорепликатор – наше величайшее достижение. Так, ну идемте искать вашего Боба. Как тут у вас темно, я вам скажу. А как-то... О, сердце нарисовано. И клапаны различные. Хорошо, здесь у нас какие-то такие баночки. О, тут уже поярче, это мне радует. Идем по... О, шоколадка! Тихо, шоколадка. Да я доесть, что ли? Как ее подхватить-то? Я надо... Сейчас уже надо вспомнить, как это я тут это все ухищрялся, эти манипуляции всякие с рукой делать. Так, так. Оп-оп-оп, вперед, оп. Вперед. Шоколадку хочу! Дайте мне шоколадку, я не могу ее схватить. Ну ладно, обойдемся, видимо, сегодня без сладкого. Не заслужил. Опа, что у нас здесь? А где Боба найти? Боб, ты где? Ой, я нашел тут какие-то вон пропуски. А можно его взять? Может быть и не надо. О, медвежонок! Медвежонок, привет, привет. Ладно, пока не будем тебя тревожить. А что за звуки? Идем посмотрим. О, вот. Тут надо карточку было, я был прав. Мне нужна карточку. Где мне эту карточку раздобыть? О, еще один пропуск. А если я тут присяду, возьму эту? Что-то как-то мне кисть как-то никак-то не так. Вперед как-то надо кисть подвинуть. Так, вперед. Хватай. О, кажется, получилось. Подъем. Встать. Оп. Так, нашел пропуск. Так. Опа, активировал. Есть, поддельный документ. Я еще тот жулик. Так. И что? Где мой Боб? Боб, выходи. Мне нужно тебе сердце сейчас будет поменять, наверное. А мне нужно нажать на кнопку, видимо, на красную. Давай попробуем. Боб вас ждет. Посмотрите на экран диагностического сканера, чтобы знать, чем он болен. А где сканер? Вот это. О. Сердце у него болит. Не хватает. Что там написано еще? Нездорово. Надо ему сердце вытянуть. А где там у тебя сердце? Покажи. О, я не вижу. А вон там. Ребра придется отломать. За 10 минут? Господи. На что я подписался, ребята? Как же мы это сделаем? Шприцы. Оп. Оп. Шприц. Раз. Это чтобы кровотечения не было. Два. Еще какую-то ерунду. Кровоостановление. Приц с кровью. Это мы тут можем иметь. Кто-то испортил дверь холодильника. Испортил? А как мне получить сердце новое? Мне нужно... О, холодильника. Нужно пропуск снова где-то раздобыть. Понял. Подождите. Сейчас мы где-то тут нащупаем еще один пропуск. Какие-то таблетки, банки, склянки. Ничего. О, тихо. А это что такое? Что за помещение? Молоточек. Это мне надо будет, чтобы ему грудную клетку сломать. Так, а здесь у меня что? Оп, открыл. Так, а здесь у меня скальпели. Отлично. Баночки тоже какие-то есть. Хорошо, обучаемся. А где мне пропуск взять, мадам? Вы мне подскажете, где мне взять пропуск? Вернуться обратно, возможно, за тем пропуском. Что за кнопка? Сим-сим, дайте пропуск. Эй. Как мне его схватить-то? Эй. Он не берется. Эх, гадский пропуск.
Подожди. Оп. Все нормально. Я думал, что он сейчас не будет уже, дверь мне не откроется. Все прошло нормально. Так, теперь сюда пропуск. Номер один нужен. А где мне твою карточку найти? У меня номер три карточка, у меня нет номер один. А где мне ее нащупать? Где тут должна быть? Где-то здесь должна быть, чтобы у меня холодильная камера с сердцами пооткрывалась. А это что за дверь? Подожди. Опа, тайная комната. Лестница. Так. Кружки нарисованы всякие. Шкафчики. А ну-ка. Шкафчик. Руку поднять вверх. Оп. Хватай. Так, что-то у нас. Может, где-то в шкафчике пропуск будет. Две норы. Как же они тяжело тут у вас открываются, эти шкафчики. А ну, закрывайся. Закрывайся, я тебе говорю. Не хочет закрываться. Идем наверх, короче, поищем где-то здесь пропуск. Может, он тут где-то заныканный сверху. Так. О, мой старый кабинет. Я почти скучаю по нему. Эй! Не верьте ни единому ее слову. Вы не знаете, на что она способна. Мне пора. Будьте начеку. Кто-то говорит. Откуда это? Ах ты, женщина какая-то коварная. Сюда был голос. Женщина меня на что-то подписывает плохое? Не знаю пока что, ребята. Но мне надо пропуск раздобыть. Это как пить дать. Так, ты что тут у вас хорош? Какие вкусные пудинговые желейные торты. Боже ты мой. Fill this space with memories. Боже, тут столько вкусно. А тут сверху наблюдательный пункт. И шоколадки кушают. Ой, извините. И шоколадки едят. И молочную, и такую, как ее. И молочную, и не молочную. Никогда белый, черный. Никогда не поздно все там что-то там. Короче, у кого какой любимый шоколад? Кто напишет в комментариях, тому сердечко поставлю. Так, все. Теперь этот пропуск туда подходит. А ну-ка. Не понял. Мне нужно... Ёшкин-матрёшкин сердце. Я добавил карточку. Зеленый цвет. Уберем эту. Может, это лишнее было? Ой. Я сейчас могу ему грудную клетку сломать. Ага, подождите-ка. Мне нужно сюда старое положить сердце, тогда будет... Все, догнал, господи, наконец-то. Так, теперь мне нужен был молоток, чтобы ему грудную клетку разломать. Правильно? Правильно. Ищем молоточек. Молоточек нам нужен будет. Вот они тут у нас есть, молоточки. Поднять руку повыше. Так, кисть пониже. Так, хватаем. Оп. Все, сейчас будем ломать грудную клетку. Пошли. У меня молоток есть в руке. Ша, как тут ломану ему. А ну иди сюда, мужичок. Сейчас будем с тобой по-мужски разговаривать. Так. Как там кисть поворачивать была? Я не помню. А я так могу ему бахнуть по... Так, как там кисть? Так. Ну, наверное. О. Тихо. Руку убери, дядька. Там без сознания вообще-то, походу. Ой, бедный дядька. Я что-то бить пытаюсь. Я как-то неправильно этим молотком орудую. Как это, не так его взял, что ли? Выровнял. Так, сейчас будем так бить. Бум. О, там кто-то у меня соседи сверлят. Мне бы сюда сверло бы не помешало. Немножко как-то повернуть бы его. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Оп. Бум. Не ломается. Как-то я не так кисть вывернул опять. О. Может так? Как вперед выгнуть кисть. О. Вот так. Ой, боже мой. Как-то надо вперед чуть-чуть. Вот так, наверное. А ну-ка. Как жахнул. Бум. О! Черт, кровотечение. Я молотком ему рану сделал, походу, в бочине. О! Кровотечение, ребята. Капец, я все испортил. Надо прекратить кровотечение. У меня тут был где-то шприц. Опа, быстро. Я все испортил, боже. Боб, прости меня, дружище. Фу, я тебя спас, Боб. Пускай здесь будет.
Берем молоточек. Взял? Взял. Идем ему ломать грудину. Это все для, надо для дела. О, вот так. Бум, бум. О, что-то хрустнуло. Что-то хрустнуло. О! Надо как-то сердце достать. О! Так, так, бьем, 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 бьем. О! Хорошо! Давай, давай, давай. Ну, легкие трогать не надо, надо только сердце достать. Кажется, не попадаю. Или попадаю, как вы думаете? Я не уверен пока что. Бум-бум-бум. О, как я ему тут дубашу. Ладно, пока что инструмент отставим в сторонку. Так, что тут у нас? Давайте рукой попробуем позаметать. Немножечко. Ничего не хватает. Вот так. Массаж, массаж. Массаж, боб, массаж. Массаж, по лицу массаж. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, тихо. Не балуемся. Мы вообще-то тут занимаемся врачеванием. Тут-ту-ру-ту-ту-тут. Так, а где там сердце у него? Легкое, если я достану, будет печалька. Но мне нужно по-любому, получается, легкое достать. Берем скальпель. Тут-тут-тут-тут-ру-ту. А где тут скальпель? А, вот, нашелся. Все-все-все-все-все. Скальпель есть. Оп, пошли. Тут-ту-ру-ту-ту-тут-ту-ру-ту-ту. Как мы должны сейчас руку вывернуть, чтобы хорошенько... О-о-о, вот так как-то. Ша будем в легкое запихивать тебе такой ножик. Есть. Достал. Ого. Так. Так, убираем. Кровотечения нет? О, я идеальный. Идеальный хирург. Так, теперь сердце нужно так достать. Ой, тихо. Не буянь там. О, так, перевернуть аккуратно. Теперь надо прицелиться. Так, как там? Shift, влево. Право, влево. Так. Руку, руку. Убери свою руку. Да уберишь ты руку свою, господи. Мешаешь мне. Так, сердце. Блин. Боб, кажется, сейчас все. И что я достал? Кажется, не то. Боб, прости, дружище. Сейчас мы остановим кровь. Сейчас мы кровь должны остановить. Фух. Есть. Так. Скальпель, скальпель. Сестра, скальпель. Фух. Есть. Так, в сердце не попал ему. Сейчас я прицелюсь. Сейчас я тебе покажу. Сейчас я тебя вылечу. Что-то я как-то не могу схватить нормально скальпель. Надо положить. Взять по-другому как-то, видимо. Так. Ой, опять там что-то вшлепнулось. Так, попробуем взять вот так. Ай-яй-яй-яй. Опять что-то схватил, не то. О, вот так. Так, можно попасть в сердце, по идее. Так, пробуем, пробуем. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Я ему вытянул селезенку, что ли, или что? Я не знаю, что это за орган был такой. Что? Еще одно легкое достал, да господи. Когда уже это прекратится? Ну, вроде хотя бы кровотечения нету. Сердце. Аккуратно. Боб, дружище. Есть! Сердце я достал. Ла-л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 а. Оп. Так, скальпель. Пока что тут лежит. И что, я дверь открыл? Что у нас здесь? Джулиан. Ух ты. Джулиан, конечностям здесь не место. Приглушенные протесты. Я не сомневаюсь, что так оно и есть, но давай ты будешь заниматься там что-то там. Я не успел дочитать, чем там заниматься он будет. Мне нужно здесь найти новое сердце, я так понимаю. Что готовы. Сердце, стрелочка. И что я должен сделать, чтобы... Ага, рычаг какой-то он есть. О, да, мне выдали новое сердце. Хватай, хватай. Оп. Органы. Холодильник, холодильник, холодильник. Тут. Тут. Прыжок! Ого, это я Тарзан. Надо обратно запихнуть аккуратно.
Держи, братун, братанчик. На. Великолепная операция на органах грудной клетки. И все, конечности на месте. Великолепно! О, я прошел миссию, по-моему. Простите за заминки с дверями и всем прочим. Предполагается, что в этих помещениях мы будем проверять ваши персональные умения, но здание еще не доведено до идеала. Джулиан, у меня для тебя задание. О, ура, я сделал, я выполнил. Какая у него поза, интересно. Так... Пройдено. Разблокирован следующий уровень. Так, списки лидеров. Так, так, кастрюлям не дали? Не дали, не знаю. Видимо, я уложился за время 13 минут. То есть, получается, мне не выдали чего. Получается, мне не дали эти бонусы, да? Вот эти всякие. Потеря крови. Списки лидеров. Повторить попытку. Нажму продолжить, наверное. Пускай загружается. Я сейчас быстренько свет включу. А то мне темно, кажется, уже. Так, а меня отправляют на следующий уровень. Но сердце я заменил. Я с этим делом справился. Посмотрим, что там в следующем уровне. Построим лучшего Боба. Джулиан говорит, что все будет в порядке. Давайте посмотрим. Так. Ну, только не бойтесь там что-то опять. Ага, ага. Так, хорошо, куда мне идти? Так, это что у нас такое? Глаза? Похоже на глаз. Или на сперматозоид. Так, здесь что? Здесь красная, не пускают нас, лампочка горит. Пойдем туда посмотрим. Ой, что это? Кто это? Руки. У него выделены руки. Вот мне надо... И руки ему... Боб болен. И мне надо руки ему ампутировать, что ли? Показатель крови, скорость потери крови. Руки, о, комнаты с руками. Так, красная кнопка. Это у нас что такое? Сразу себе достанем. Раз, ага, понял. Это недостающую кровь можно добавлять, можно приостанавливать. Можно будет им воспользоваться. Тут какая-то кнопочка. А ну-ка. Что это? Она... И что она дала? Что я активировал? Без понятия. Футбольные мячи тут что-то делают. А что они тут забыли? Так, это у нас, по идее... Выдача, рука правая, рука левая, нога. Ага, то, что нам понадобится, чтобы нам выдали, когда мы ампутируем, да? Ага, а почему лампочки красного цвета не дают мне? Только, а зачем мне ноги? Мне ноги не нужны. Ой, уточка. Мне нужны как раз эти самые, как раз руки. Как мне это активировать? Так, надо найти. Простите, я не понимаю, почему все двери закрыты. А я откуда знаю? О, какие-то кубки, мячи. А тут что такое? А как это открыть? Ладно, пойду в туда, посмотрю, что с этой стороны. Это что за комната? Туалет. Тут все закрыто. Тут мне, по-моему, еще не... А это что такое? А! Глаза! Как мне туда залезть внутрь? Там какие-то глаза были. Это не могу внутрь попасть? Там что-то... Вон там какие-то глаза на меня смотрят с этой дырки. Я туда хотел внутрь попасть. Так, унитаз, вентиляция. А что если я дерну за эту ручку? Ничего не произошло. Картины. А зачем я сюда вообще в туалет пришел? Чисто за глазами, за этими? Ой, может я должен каким-то специальным предметом эти глаза туда достать? И руку запихнуть подальше? Ну, он на меня смотрит, эти глаза. И я не понимаю, для чего они там. Хм, странно. Ладно, непонятно, что за комната. Надо искать дальше что-нибудь полезного. То есть в каждом уровне будут какие-то головоломки, которые мне надо будет найти способ, чтобы разгадать. Так, это что? Я тут был уже? Я тут начинал игру. Тут у меня красная горит лампа. А это что такое у нас? Это у нас что за рулоны тут какие-то? И непонятно, как это, куда мне идти. А тут какие-то есть шкафчики, как обычно. Подожди, руку поднимем. Раз. Два. Тоже выдвигается. Тоже выдвигается. Документы. Вот руки... Вот я туда заглядывал. Я на руки... Подожди. Руки, левая, правая. Это другая комната совершенно. А зачем тут две комнаты с руками и с ногами? Это то место, куда мне нужно сдать, наверное, руку или ногу. И я получу взамен. Но у меня лампочки горят красным цветом. Меня туда не запускают. По какой-то причине непонятной. Здесь я что-то нажал.
Никакого кабеля от него не идет. Кровь, время тикает. Конечно, тикает, но я просто пока что не понял, куда мне и что мне надо делать. Боб притарабанил. Притарабанили мне Боба. Рука, нога. Тут почему-то закрытое помещение. По идее, должно быть открыто, но должна лампочка... Подождите-ка, тут какая-то вот штука подозрительная. Надо ее сломать. Какой-то пункт управления. Но бросаться я, по-моему, не умею. А там какая-то кнопка есть. Может, мне надо что-то положить мячом туда? А, точно! Может, мне надо туда мяч забросить и нажать на ту кнопку? Как баскетбол? Мячи здесь не просто так. Так, а ну-ка. Есть! Нажал кнопку. Ура. Так, пила тут есть. Здесь что? А что? Я кругом обошел все. Все, до меня теперь дошло. Значит, здесь я могу поставить руку, которую отпилю. И потом ее... Вот пила у меня есть. Одну руку отпилил, пришел, принес. Левая или правая? Правая. Ложишь любую... Или руку ложишь, получаешь. Короче, берем пилу. Идем пилить. Только, а здесь что? Типа не выдают руки. То есть это сломанный прибор, этот не выдает руки. Поняли? А я могу это распилить? Вряд ли. Это немножко не то. Так, рука. Давайте пилить. Начинаем работу. Блин, сейчас кровь начнет литься, походу. Уже пошла кровь. Что-то мне не получается отпилить по-людски. Я вообще на шов не попадаю. Я только его раню. Боб, у тебя рука как-то не так, как нужно. Пилим, руку пилим. Надо вперед-назад. Есть, раз. Кровь, остановить. Да что такое? Не удалось. Потерял слишком много крови. Повтори попытку, конечно же. Ужас какой. Я довел Боба до смерти. Как я мог? О, какой неужасный вид. Но я разобрался хотя бы, как это проходится. Я понял, что мне нужно куда нажимать. Сейчас попробуем со вторым разом. Julian says this one should be tip-top. Tip-top. Let's just see. Окей. Уже можно без этого всего. Я уже понял, как это все реализуется у вас здесь. И у нас, в принципе, мы сначала уже идем. Так, нажал. Теперь берем мяч. Или... Мяч, иди сюда. Да. Не знает она, почему двери закрыты. А кто закрыл? Дед Пихто, что ли? Дед Пихто и баба с пистолетом. А ну-ка. Да, мяч. Оп. Ага, тут не так просто еще этим мячом. Как у меня первый раз получилось, я даже не представляю. Второй раз так просто не выйдет, скорее всего. А может, туда можно не мяч запихивать, что-нибудь другое? О, тихо. Есть, нажал. Пила. Вот моя подружка. Подружка пила. Поехали работу работать. Так, сейчас будем пилить с тобой. Подружка пила. Значит, наша задача, наверное, разобраться, как эффективнее всего пилить. Вот, допустим, вот я имею пилу. Надо его руки, чтобы стояли... Не стояли, чтобы они были отвернуты в сторону. О, он сам ее отодвигает. Замечательно. Подхожу, чтобы я должен теперь выгнуть кисть так. Выгнуть кисть как-то вот так, что ли? О, чтобы я ровно попал на шов. Ну вот, попал. Что теперь? Ну вот я пилю, по-моему. Надеюсь, этого хватит. Но я на шов не попал. И ну, зелененьким цветом оно горит. Как долго мне так надо пилить? Я вроде как-то слишком медленно пилю. Нет? Вам не сдается, что я как-то слишком... Не знаю, ребят. Я пилю пока что. Попробуем немножко изменить угол. Пиление.
Ой, у меня вся пила уже в кровяге. Походу я проиграл. Колокольчик. Опять фейл. Повтори, вернуться в лобби. Я не понимаю, как это отпилить? Как отпилить так, чтобы он кровь не терял? Или я должен немножко попилил, а потом взял и типа начал успокаивать кровь, или добавлять ему, добавил ему кровь. Попилил, добавил крови. Да я так буду до пенсии пилить. Фу, тип-топ. И это мне пока что этот уровень не дается так просто. Боб, я все понимаю, но что-то тут мы с тобой не продумано. Работаем. Так, мяч. Иди сюда. Оп, есть. Так, может быть, я со временем стану профессиональным вратарем. Есть контакт. Пила. Видимо, как-то я не так работаю с пилой. Когда я начал интенсивно пилить, у него началась, по-моему, быстрее кровь заканчиваться. Так. Ага. Так, кровь не теряется, кстати. Я же могу на Shift вперед-назад нажимать. Во. Оранжевая, зеленая. Ну вот, я пилю ему руку. Вроде бы так. Может, не надо сильно спешить? Не надо резких движений, так более-менее плавно. Так, есть, так, окей. Теперь надо ему кровь, по идее, остановить. Вперед, вперед. Так. Это мусор. И добавим ему крови, добавим. Так. Добавим крови. Тихо-тихо. И добавим, чтобы у него был запас крови нормальный. О, целый баллон. Целый шприцару ему. Так, все. А теперь показатели. Крови. Скорость потери крови 0. Отлично. Эта рука уже как у зомби. Мы сейчас ее забираем. Мы должны были ее там где-то забросить в какой-то контейнер. Так, какая мне рука сейчас нужна? Левая. Правая. Левая. Давай левую. Оп. Выдали нам руку левую. Давай сейчас ее прицепим. Она долго свежей не будет, наверное. Оп. Есть. Все, одну руку отремонтировал. Боб, ты счастлив? Я знаю, что ты счастлив. Так, как бы мне так сейчас пилу взять хитро? Ух ты, как прикольно подобрал. Очень классно подобрал. Как будто бы так и должно быть. Опа. Так, хорошо. Пилим. И удачно попал сразу же пилой на следующую руку. Не кровоточит? Есть контакт. Быстро-быстро кровоточи. Остановить кровь. Кровотечение остановить. Кровотечение остановить быстро. Аккуратно. Есть. И добавить ему крови еще. Добавить ему еще на всякие пожарные крови. Может, добавлять лишнюю крови не надо, но я ему сейчас добавлю все равно. Чтобы он у нас был. Давай ему прямо в это, в лысину. Пробуем. На тебе. В ухо. В лысину ему крови добавил. Так. Все, теперь с кровью должно быть. Не должно быть проблем, точно. Берем зомби руку, забираю. И уношу. Так, это была левая, теперь правая. Оп. Выдали. Берем. Хватай. Ну, я потерял больше 10 минут. Тут надо это все справиться, чтобы лучший был, самый лучший результат там какие-то были всякие бонусы. Не, отлично, ничего не станет на пути хирургической революции. О, и рука моя опять. Чик-чик-чик. Прикольно, прошел.
Даже полчаса справился. Время 4.22. О, ничего себе! Так я быстро справился за вторым разом, там, или за третьим. Вылечить пациента за 5 минут. Есть. Потерять менее... А, я много крови потерял. Нету третьей галочки. Так, мне дали какую-то новую маску и просто засчитали, что я, типа, уровень прошел. Хорошо. На сегодня хватит. Надеюсь, вам понравился... Понравился мой видеоролик по этой игре, по симулятору хирурга второй части. С вами был Неломоб. Ссылка в описании на плейлист будет с предыдущей серией по этой игре. Если вам понравилось, хотели бы видеть продолжение, ну, поддерживайте лайком, пишите свои комментарии. Так, и тогда я попробую... О, это что такое? А, ну он что-то на палец себе одевает. О, может такими страшными руками играть. А он что-то на палец себе одевает. А, перчатку снять, а на палец эту штуку одеть. Подтвердить. О, у меня что-то теперь на пальце, гляньте, есть. Что это такое? Какое-то типа колечко или что это такое? О, в общем, вот такие дела. Мы играли в симулятор хирурга. Я уже все это озвучил, в принципе. Вы все поняли, да? Увидимся в следующем видеоролике. С вами был Неломоб. Великий хирург всея Неломоб. И все, всем пока-пока.